Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Джуза, и сегодня со мной будет играть A New Wave, замечательный тайкун на двух людей под названием Evolution Tycoon. Привет, Джуза, ты такой маленький. А ты чё такая большая, вымахала, как на дрожжах. Ну что ж, пойдём открывать, забирать нашу территорию, заходи. И что же у нас здесь? Вот это наша территория, мы здесь будем развиваться. Так, что же нам здесь делать? Вот, первая кнопочка, нажимаем, бесплатно, покупаем. Что-то мы купили, вау, смотри, что-то куда-то лазеры какие-то полетели. И непонятно, что здесь происходит. Это что это такое? База какая-то, смотрите, маленькая башня строится. Так, ты куда нажимаешь? Ты говори, прежде чем делаешь что-то, потому что я не знаю, что ты делаешь. Так, я что ты сейчас купила? Я работаю по методу тыка, так что не спрашивай. Что ты сейчас взяла? Ты не прочитала, да, что ты взяла? Да, там просто была надпись «купить бесплатно» и все. И все, да. Вот, давай первый дроппер у нас ставим здесь. Покупаем бесплатно первый дроппер. У нас появился... Вау, что-то строится, что-то делается. И смотри, у нас есть первый какой-то рабочий. Да, он служит тебе, а вот здесь этот мужичок служит мне. Смотри, вот у нас здесь двое рабочих, и у нас первые металлы добываются. Первый добывается. Так, у тебя сколько поинтов? У тебя 160. Что за звуки происходят? Я не знаю. Что-то там происходит, пока неизвестно. Жесть, что там взрывается? Салют какие-то. Что это было? Что это было? Жесть, я взорвался и улетел, и появился здесь. Что за мной? Я вообще непонятно, что со мной произошло? Где мое тело? Меня истребили. Здесь бомба! К нам бомба залетела. Черт. Так, нам надо получать деньги, короче. Подожди, да я попробую ресетнуться, потому что я без одежды, без ничего оказался. Так, я появился, все, давай собирать. А как здесь собирать доходы наши? А может быть вот здесь вот? Так, нет, здесь... Вот, давай сюда. Вот, подходи к своему чувачку и собирай. Вот здесь, вот, видишь кругляшок? Собирай у него денежки. Так, все. Денежки собрали, а теперь нам надо... А, так, подожди, нам надо 750, получается, на постройку чего-то или что? Так, вот есть... вот сейчас, давай соберем. А что, ну, отдай мне коины, поинты мои, отдай, мужичок. Ну ты что, я тебя сейчас шпагой угрожу. Здесь отчетность полминуты, каждые полминуты ты можешь забирать. А где это, где? Ну вот, wait, видишь надпись wait? А у меня нет такой. А, вот, все, все, я собрал. Да, теперь вот я взял и могу вот здесь вот построить еще какой-то дроппер за 750. Вау! Я что-то построил. Все, лесопилочка у нас, или это блоки делятся. У нас появился какой-то апгрейд. Теперь у нас вместо одного. А, нет, у нас просто он шлифует. У нас более чистые металлические блоки делаются. Это здорово, давайте сразу же еще магазинчик посмотрим, что здесь можно приобрести. X2 можно за 100 робуксов сделать, еще какие-то фастер, дроп, бла-бла-бла-бла-бла. Много чего здесь, смотрите, можно купить в магазине, ребята. И если вы хотите что-то купить в магазине уже за робуксы, то я вам рекомендую, конечно же... Спонсором сегодняшнего видео выступает сайт с продажами дешевых робоксов Robux 3. У ребят из Robux 3 появился новый режим по покупкам робоксов, благодаря которому вы сможете купить робоксы по цене 1 к 3. А для тех, кто будет брать больше 800 робоксов за раз, цены будут еще вкуснее 1 к 3,5. Все, что тебе нужно будет сделать, это дать донат своего аккаунта, и в течение 6 часов тебе придут все купленные тобой робоксы. Тебе даже не нужно будет выходить из аккаунта. Ты спокойно можешь продолжать играть, в то время как на твой аккаунт зачислятся робоксы в течение 6 часов с момента покупки. Сайт Robux 3 имеет множество положительных отзывов и ручается за то, что с вашим аккаунтом ничего не случится. Поэтому делайте самые выгодные покупки робоксов на сайте robux3.com. Ссылочка в описании. Я банан собрала! Оу, угроза! На меня нападает какая-то женщина, блондинка с ножом. Помогайте! Я не иду!
Так, надо ее изгнать из нашего царства, государства. Да, ну, пошла, да. Возьми нож в руки. Так, пошла отсюда. Пошла. Она забрала наш флаг. Она наш флаг забрала. А ну, стоит. Так, так, так. Догоню. Нет, не догоню. Я заберу чужой флаг. Пускай у нас будет. Все, я забрал чей-то флаг. Бежи! Так. Нет, лучше... Я бегу с флагом чьим-то на нашу базу. Так, вот я принес флаг. А куда его ставить? О, я поставил себе флаг. Я принес какой-то флаг. И 850 получил. Представляешь, я получил 850 коинов за это. Это супер-мега здорово. Так, раз у нас теперь есть коины... Давай будем дальше апгрейдить. X2 Production можем взять. Или же за 3000. Не, давайте X2 Production мы возьмем, построим, и у нас что-то появляется новое. Что-то появился. Во, ребята, у нас появился дроппер. Так, ну что, может быть мы возьмем... Ты кто? Тебя кто-то убил? Я ее почти убила и бы могла забрать флаг. Но она все. Ой, ты что-то построила? Бочки какие-то. Не знаю. Так, я вот смотрю, что можно нам купить в магазине. Может быть, можно что-то купить? Дуал, это что? Так, инком, продукт, да, X2. Ну, за 100 робуксов давайте мы возьмем. Я приобретаю за 100 робуксов какую-то вещь. Надеюсь, у нас теперь в два раза будет больше строиться. Оу, ты что у нас здесь, декорации строишь, да? Ну, я смотрю, декорации. Ну хорошо, хорошо. Так, я собираю еще собрал коины. И теперь давайте мы построим здесь, смотрите, еще дроппер можно построить. Еще ставим дроппер. Так, покупаем и... Есть. Что? А где наш флаг? А его украли же, я чей-то другой принес флаг. А где он? Я не знаю, ну я его принес, и мне за него дали коины, короче. Это хорошо, то, что нам дали коины. Так, ты улучшай свою сторону дропперов, нам ресурсы нужны. Очень сильно нужны нам ресурсы. Так, сейчас мы с вами построим, наверное, вот здесь вот еще один дроппер за 1000. Сейчас собираю. Что там происходит? Вот у нас флаг появился. Я умерла. От кого ты там умираешь? Ты давай апгрейдься, нам надо увеличивать. Это бывает, добытчик, ты что, не понимаешь? Так твоя сторона не добывается, видишь? Нам надо улучшать наш... Да, ты построил стены. Вот я улучшила. Надо дроппер улучшать для начала. Дроппер, а не стены. Нам пока стены не нужны. На стены мы потом потратимся. Пока что строй, улучшай конвейер. Так... Следующее у нас улучшение стоит 4000, и у меня есть 6000, есть. Сейчас мы здесь тоже включим улучшение. Так, мы пока что, знаешь, на уровне средневековья находимся, средневековье. Здесь окна хотят улучшиться, а можно я их улучшу? Ты конвейер свой улучшай для начала. Так, здесь все у нас дорого пока что строит, очень дорого. Кто? Где? Вот, опять она идет. Ух, сейчас зарежу, она арбуз тырила чей-то. Это наш арбуз, ты чего? Пошло отсюда. Короче, нам надо эволюционировать, взять нормальное оружие наконец-таки. А так, может у нас... Оружие? Я не знаю, прокачиваться надо. Может быть, мы здесь стены какие-то можем улучшить или чего? Я не знаю пока что. Здесь вот ничего не нарисовано. Так, 3000 фарм какой-то есть. Вот, стены, 10000 надо на стены. 10000. Ого, это много. 10000, это вам не шуточки. Так, 6000 есть. Мне здесь на конвейер ни на чего не хватает. Пойдем попробуем здесь что-нибудь построить. Здесь давайте вот этот фарм построим. Я не знаю, что это такое. Опа, 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 опа. Что-то построилось. Воу, смотри, у нас теперь ферма построилась. И мы здесь, наверное, можем что-то собирать. Или нет. Так, вот здесь за 1000 куплю. А вот за 1000 я купил какую-то штуку. Что это такое? Это... Воу, это дерево. Нифига себе здесь анимация появления предметов мощная.
И вот эту вот вещь мы покупаем за 2500. Что-то у нас построилось, что-то делается. А, это бревна. Блин, зачем я бревна взял? Они нам не нужны. Не нужны. Так, на что нам сейчас копить? Нам, наверное, надо дальше копить на улучшение нашего дропера. Так, где? Кто-то бежит отнимать наш флаг. Защищай флаг, защищай. Так, ты где? Anyway, ты где? Нам надо флаг защитить. Флагом. Так, на, получай, засранец. Получай. Я его уничтожил и забрал флаг. За мной еще кто-то бежит. Так. Прикрывай меня, прикрывай, сражайся с ним. Ты тоже с флагом? Ну, приноси тогда флаг. Приноси. И есть, мы принесли. Вот сюда к флагу приноси. Воу. Кто-то стреляет. Что? Или что? Кто-то по мне стрелял, и по мне урон прошелся. Смотри, идут. Охотники охотятся на нас. Пошли вон. Черт, флаг. Защита флага. Первостепенная задача. Защита флага. Поймаю. Стоять. Черт, он украл у нас флаг. Они украли у нас флаг. Черт, ладно, я забрал у них флаг, ты сражайся с ними. Я несу флаг. Я флаг несу нам на базу. Все, мы их убили, мы красавцы. Все. Уходим отсюда. Я принес флаг. Сейчас пойду еще забирать деньжата с дропера. И все, может быть, мне хватит сейчас на начало постройки стены. Я умерла. Но ты появилась здесь. Все хорошо. Давай, я начинаю строить стену. Так, 10 тысяч. Вот, он все. Я построил стену, я построил забор. Но, блин, он маленький, его перепрыгнуть можно. Ах, какой, смотри. А ну, стоять. Так, он быстрый, ничего себе. На бустах просто стырил наш флаг. Ладно. Давай дальше улучшать. А мне не хватает, да, сейчас на улучшение ни на что. Так, здесь x2 скорость, 10 тысяч стоит. Ну, блин, я потратил на забор, думал, он будет побольше. Но, к сожалению, мне здесь не хватает. Зато хватает вот здесь вот на вот эту какую-то штуку непонятную. Я что-то поставил, x2 у меня вмещается, наверное, или что. Я не знаю, потратил на что-то. Так, будем копить сейчас на x2 скорость, наверное, 10 тысяч. Или вот это... Что там происходит? Уничтожают. Только ну стоять. На, есть, я его уничтожил. Все. Молодец. Так, давай, ты улучшай. Ты где дроперы твои? Смотри, у меня здесь сколько улучшено. У тебя вообще ничего не улучшено. Давай улучшай. Улучшай. Так, а есть. Дропер свой улучшай. Я теперь поставлю x2 скорость. Теперь у меня должно быть быстрее, наверное. Да, давайте x2 скорости возьмем. Покупаем x2 скорости. И, вау, x4 скорость можно сделать. Ничего себе. Жесть, какой скорости у меня сейчас добываются ресурсы. Просто невероятно. Невероятно. А забор у нас можно улучшить, интересно, или нет? Так, защитная какая-то сетка, что ли? Или что-то такое за 12,5. Может быть, мы это приобретем. Может быть, мы это возьмем. Может, нам пригодится. Ну, смотри, они тоже построили забор. Так что, блин, надо побыстрее развиваться. А нас могут бросить бомбу, и тогда наше строение будет ухудшаться. Не знаю. Нам надо сейчас побыстрее развиваться, по крайней мере, чтобы больше все отстроить. Но, блин, собирается очень мало, по 5000 до сих пор. Надо как-то ускорять темпы. Темпы надо ускорять. Так, что еще здесь? Супер важного вроде пока ничего не вижу. Пока ничего не вижу супер важного. Ладно, будем дальше. Вот здесь у нас какие-то базы, улучшение базы. Так, ну чё, давай, на дропер копись. 12 тысяч надо, и дуал шоу апгрейд какой-то можно поставить. А, наверное, на 13 тысяч вот этот апгрейд я поставлю. Так, сколько у меня здесь накопилось, кстати? 8 тысяч, да? Мало.
Ой, ничего не скажешь. Что ты сделала? Я подорвалась на бомбочке. Да, зачем ты наступаешь? А что, кстати, за фрукты дают? А, смотри, за фрукты дают денежки чуть-чуть совсем. Я знаю. Так, это хорошо. А что в центре находится? В центре у нас есть какой-то захват флага. Захват я флага. Я бегу с флагом, он меня сейчас может убить. Защищай кто? Меня. Ну ты кто? Забор перепрыгнешь, у нас маленький этот. Маленький заборчик. Так, да. Надеюсь, у меня накопилось. Так, 11 тысяч накопилось, ребята. Сейчас мы еще подождем, чтобы 13 было. Я поставлю улучшение на наш конвейер. Так, ну давай быстрее собирайся. Есть, есть, все, могу поставить улучшение за 13 тысяч. Ставлю и... Вау, вот он поставился. Супер классное улучшение. Замечательно, смотрите, у нас теперь все собирается четенько. Вообще супер классно. Что купила? Воду. Воду? Зачем нам вода? Не знаю. Так, ладно, я тут смотрю, ты не хочешь улучшать свою базу вообще, у тебя там другие цели какие-то, я, блин, не могу даже твои деньги забрать. Так, зачем фрукты, нам здесь больше фармится, смотри. Смотри, я здесь за секунды получаю 5000 капоинтов, а у тебя дроппер уже за полчаса всего лишь 1000 принес, поэтому давай улучшай свой дроппер поскорее. А я пойду сейчас, наверное, построю какие-нибудь окна или еще что-нибудь в этом роде. А, нет, здесь я уже ничего не могу построить. Апгрейд флорс. Нет, нам флорс не надо. Так, может быть, здесь что-то можно сделать? Так, давай вот этот шит попробуем сделать за 4000. Попробуем поставить. Что это такое? Воу, 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 воу. У нас еще какие-то... Воу, сейчас домик какой-то построится. Нифига себе, вот этот домик у нас отстроился. Ладно, ладно, а это что это за база такая? У нас поинт какие-то, а как набирать эти поинты, пока не знаю. Не знаю, ну ладно, так или иначе мы в скором времени их должны набрать. Так, здесь что у нас можно сделать? Что это такое? Давайте попробуем, посмотрим, поставим. И что у нас? Бочки какие-то, опять бочки какие-то. Что? Флаг кто-то стырил? Ну ладно, черт с ним, с этим флагом. Потом мы сами у всех эти флаги отожмем. Нам главное здесь все отстроить. Блин, нифига себе, так дорого стоит. По 25 тысяч поинтов уже. Ладно, ладно, ладно. Здесь тоже 25 тысяч поинтов стоит. 8 тысяч. Мне надо, наверное, вот на это все-таки копить. 12 тысяч поставить улучшение. А пока я пойду посмотрю, что у нас в округе можно сделать. В округе вроде ничего нельзя так толком сделать. Ладно. Тысяч поинтов. Так я улучшаю, смотри, я улучшаю свой конвейер. А ты не улучшаешь, ты бегаешь там, какие-то фрукты собираешь по 5 коинов. Так, 11 тысяч есть, все, сейчас ставлю еще один апгрейд за 12 тысяч поинтов. Давай, ну вставай сюда, делаем апгрейд. Есть, апгрейд сделали, и X2 еще продукшн можно сделать за 14 тысяч. У нас будет в два раза быстрее делаться продукция, ребята. Вау, вот это четко у нас, смотрите. Прям слитки делаются на ходу, штампуются. Это здорово, смотрите, уже 4-5 тысяч поинтов есть. Замечательно, мы так вообще быстро накопим. Сейчас еще немного подождать, и будет 14-15 тысяч продукции, и мы сможем еще поставить на мой конвейер здесь X2, увеличим скорость продажи. Ой, скорость продукции. Так, а у тебя что здесь? Я получаю вообще по 500, по 1700, когда как. Я не понимаю, почему ты получаешь 5000 коинов. Почему я? Так посмотри, как мой конвейер стоит, и как твой стоит. Он не всегда, а как у тебя стоит? Ну посмотри, сколько у меня здесь на конвейере всего, и сколько на твоем. У тебя раз, два, три. А на моем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще ускорение работы стоит. Да какая разница, у меня тоже ускорение работы стоит. Дело в том, что как ты накопил 20 тысяч в общей сумме для того, чтобы все это поставить? Ну вот же, видишь, у меня уже 14 тысяч накопилось. Вот я опять взял 14 тысяч и дальше улучшаю. И ставлю здесь вот эту продукцию. За 14 тысяч у меня теперь в два раза быстрее делаются слитки.
Поэтому тебе вот тоже надо накопить и строить здесь свой конвейер, чтобы тоже быстро-быстро все это накапливалось, чтобы быстрее шел доход. Я с тобой не могу никак, наверное, поделиться, получается, вообще никак, да? Я не могу тебе передать деньги. Так, никак не могу. Не могу я тебе передать вообще ничего. Почему-то... Ну ладно, не надо. Ну, чтобы твой конвейер тоже быстро работал. Сейчас так. Я справлюсь со всем сама, не переживай. Так, что у нас здесь? Какие еще улучшения можно сделать? Пока здесь я вообще ничего не вижу. Во, уже смотрите, ребята, 12 тысяч у меня накопилось, пока я там что-то на улицу выбегал, посмотрел. Что мне еще здесь можно? Я пока ничего не могу здесь накопить. А можно вот за 20 тысяч вот этот дроппер в углу поставить. Я думаю, он нам еще больше будет производства давать. Хорошо, это очень хорошо. Давай, 17 тысяч есть, еще 3 тысячи осталось, и у меня будет 20 тысяч коинов. Так, а в принципе, у меня же 2 тысячи есть коинов, поэтому давайте-ка возьмем. И идем ставить вот это улучшение, вот этот дроппер ставим. И... Воу! У нас получилось вот такое улучшение. X2 продукции на него уже стоит 30 тысяч. Ничего себе, вот это цифры идут. Очень большие циферки. Так, ну смотрите, у меня сейчас уже много копится. Вот теперь можно пойти попробовать получать что-нибудь на улице. Так, 12 тысяч. У нас какая-то защитная система должна строиться за 12 тысяч. Мы, может быть, попробуем ее поставить сейчас. Пойдемте соберем деньжата, пока Anyway там забирается своим конвейером. И я пойду немножко поулучшаю улочку нашу. Посмотрим, что там у нас получится. Получится у нас здесь поставить вот какую-то такую систему. И что это такое? Что это, что это? Что-то мы построили. Воу, ничего себе. Мы второй уровень забора построили. Но да? Толку с этого вроде никакого нет. А хотя раз... есть, смотри, я перепрыгнуть теперь его не могу. Да, нет, можно. Ну, с той стороны можно, а вот с этой стороны нельзя перепрыгнуть, не получается. Ты перепрыгнула? Я перепрыгнула, да. Но я маленький, я не могу, я не допрыгиваю. Так, ладно. Теперь вот эту вот вещь мы купим. Посмотрим, что это такое. Так, и у нас что-то строится. Кого? А, враги, враги, враги. Уничтожу вас всех. Черт, а что у него так много урона? Так, давай уничтожай. Есть. Убили. И я чуть не погиб. Нам бы дверь здесь, наверное. Да, лазерную дверь можно за 12 тысяч взять. Да, мало здоровья. Да, я знаю, что у меня очень мало здоровья. Я пойду как раз поставлю сейчас лазерную дверь. Да черт, он пришел мстить, засранец. Засранец. Он меня убил? Он меня не убил. Я ставлю лазерную дверь. Давай лазерную дверь, быстрее ставься. Вот, я поставил лазерную дверь. А почему? Она работает? Нет? Ну-ка, выйди за стену. Выйди, 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 выйди. Есть. Сейчас посмотрим. Лазер уничтожил. Ну что, ребята, вы в ловушечке теперь. Вы в ловушечке. Вы не выйдете отсюда. Если только перепрыгнете, засранцы. Ну вот. Ну и все, пускай он валит. Давай, заходи. Заходи. Все. Вот, пускай он там сидит. Надо улучшить... А можно еще как-то улучшить забор? Ну, можно, наверное, но я пока не вижу нигде никаких улучшений. Но видишь, у него не получилось перепрыгнуть, и он убегает обратно. Убегает обратно. Так, давай дальше улучшать. Давай улучшать дальше. О, автоколлектор можно сделать за 10 тысяч. То есть у меня денежки... О, мне прям сразу в карман денежки теперь сыпятся. Класс, Каев. У тебя тоже? Нет, нет, у тебя еще нет. Я за тебя радуюсь. А? Я за тебя радуюсь. А, ну там 10 тысяч надо, короче, чтобы у тебя сразу же в кармашек собирался. Это здорово, здорово. О, я прям вижу, как у тебя насчитывается. Вообще классно. Так, теперь я вот эту вот вещь возьму за 30 тысяч. Ставим улучшение. Так, а что? А, вот. Воу, вот эта скорость продукции у меня уже не успевает. Мне надо срочно X4 скорость сделать, потому что у меня здесь затор в моих слитках образуется. Прям жесткий затор. Надо ускорять, ускорять продукцию. Так, к нам пока никто не пробирается. Мы забор построили. Замечательно, здорово. Здорово, здорово, здорово.
И теперь, чтобы нам надо, наверное... Да, X4. Я на X4 коплю, точно. Еще чуть-чуть, и все, покупаем X4 скорости. Сейчас мне еще быстрее будет идти. Ву, смотрите, как слитки летят мощно. Смотри, anyway, смотри, жесть, просто пролетают здесь слитки. Жесть, это мощность, конечно. Нет, я тоже так хочу. Ну, вот надо было апгрейдиться, а не бегать там. А, давай я попробую здесь апгрейд какой-то купить. Вот это, что это такое? Воу, смотри, у нас что-то строится. А? Бам, класс. Смотри, лаву нужно сделать какую-то. Что сделать? Лава. Лава? Ну, это же лава. Ну, лава, давай возьмем лаву. Я не знаю, что за лава такая. Так. Вот она сверху приземляется. Во! А, это у нас вместо света, это у нас светильники. Лавовые светильники. Да, выглядит классно. Атмосферно. Очень-очень. Уютный такой теплый свет. Да. Так, теперь что? Теперь у нас остается, у меня на конвейере последний апгрейд получается вот здесь вот. И у нас, кстати, второй этаж появился. Можно на второй этаж забираться, да. Вот здесь можно... Тоже что-то покупать, 10 тысяч и workbench есть какой-то. Кстати, workbench 2000. Ну-ка посмотрим, что мы можем здесь сделать. Ништяк. Что-то у нас мастерская. Она не рабочая, да? Не, она не рабочая. Я думаю, может, мы что-нибудь смастерить можем. Оказывается, она просто как декорация стоит. А, это для оружия, для улучшения оружия. Так, давай, я сейчас последний апгрейд сделаю вот внизу. И все, у меня здесь внизу последний апгрейд. Я сейчас уже пойду вверх наш улучшать. Посмотрю, что там можно построить. Жесть, у меня в конце лавовые прям свитки выходят. Ой, слитки. Так, поднимаемся. Поднимаемся наверх. И с чего бы нам начать здесь? Я вот здесь вот эту вещь поставлю за 3000 какую-то. Что это у нас строится? Бочки, блин. Ну, бочки за 3000. К нам бежит какой-то негодяй и пытается перепрыгнуть через забор. Я иду навстречу к нему. Да не, забей, лучше улучшайся. У него не получается перепрыгнуть. Так вон, пытается, не получается. Не может никак. У него все равно получится. Рано или поздно получится, думаешь? Да, конечно. У меня же получалось. Ну да. Он перепрыгнул через чей-то забор такого же уровня, как у нас. Да? Нет. А у меня-то улучшенный забор, а у них-то нет. Нет? Нет, у них не улучшенный. Ну ладно, ладно. Все, так что пойдем. Я здесь вот это за 10 тысяч поставлю. Апгрейд стен на втором этаже. У нас, по сути, должны еще стены появиться. Есть! Замок. О, теперь я могу даже крышу сделать. Крышу ставим. И крыша, давай. Бам! Приземлилась крыша. Теперь у нас здесь есть крыша. Можно здесь еще за 6 тысяч какую-то штуку взять, я не знаю. И окна. Окна тоже поставим, пускай у нас будут окошки. А, это перила. Это у нас перила. Так, теперь остальные улучшения на втором этаже. Я в крыше застряла, я в крыше. А все. Где? Как ты застряла? Так. Ты поставил крышу, по-моему, и я застряла. А, и ты застрял. Так, я флажки здесь поставил, ну, гербы, вернее. И все, следующее улучшение. А, нет, здесь тоже я могу что-то улучшить. Так, улучшаем здесь 2000 поинтов, 5000 поинтов. Ставим. Оу, можно здесь теперь арбалет даже есть. Вау, а я могу арбалет взять? Черт, а че он исчез? Блин. Так, вау, смотри, я уже могу производить классные мечи. Можешь наверх подниматься и взять какой-нибудь... Ну, скорее всего, мы с тобой вместе играем. Так что ты должна суметь взять классный суперский меч. Вот, смотри, какая у меня шпага. Нет, возьми вот здесь крутой какой-нибудь. А как взять? Ну вот ты подходишь, у тебя они там на двойку, на тройку появляются, скорее всего. Все, вижу. Так, все, я здесь максималочку улучшил у себя. Пойду двор наш улучшать. Пойду улучшать дворик. Что мы можем здесь во дворе улучшить? Пока не вижу. Вот здесь вот домик у нас есть. Сейчас мы улучшим здесь, ставим улучшение. Что у нас появились? Стены, скорее всего, появятся, да? У нас здесь даже не стены, у нас здесь колесо, которое крутится от воды. У нас электричества, правда, нет.
Но зато есть вода. О, еще заборчик. Так. И вот здесь за 8000 поинтов ставлю какую-то вещь. Оу, сторожевая башня у нас теперь есть. Нам бы лук какой-нибудь, чтобы отстреливаться отсюда. Было бы вообще супер-мега-классно. Супер-мега-классно было бы. Так, теперь идем сюда. Здесь тоже у нас улучшение какое-то. Я не знаю, что это такое, но мы его улучшим. Тоже сторожевая башня. Сторожевая башня. Так, давайте я сбегаю пока что, посмотрю, что у нас сзади есть. Сзади у нас никаких улучшений нет. Все, anyway, у тебя остались только твои улучшения. Я все, что мог свое, все улучшил. Так, вроде бы все. Я больше ничего не вижу, никаких улучшений. И теперь надо посмотреть. Поинт какие-то. 400 тысяч поинтов надо. Так, оу. Я могу сюда теперь сдавать свои поинты, и нам 400 тысяч надо на апгрейд. На апгрейд 400 тысяч. Да, я сдал 72 тысячи. Так что, если бы ты сдала еще тоже 72 тысячи, у нас было бы 140 тысяч уже. Так, давай. Сколько у тебя там до улучшений? Ну вот. А, у тебя тоже автосбор уже начался, да? Да. Класс, класс, растем, растем. Так, а пока копятся деньжата, я пойду в центр сбегаю и посмотрю, что же в центре там за флаг такой чудаковатый. О, смотри, у нас здесь враг. Но, получай, а получай, а чё, а вот нечего здесь бегать, нечего, нечего. Шпага у меня длинная. О, на, ха, убегаешь от меня, засранец. Так, на, ладно, все, убежал, убежал он. Так, я в центре стою. В центре можно, видимо, захватывать флаг. Здесь... Нет! У нее лазерный меч, представляешь? В центре меня лазерным световым мечом уничтожили. Ого. Это тебе не наши шпаги какие-то вонючие. Но мы, наверное, можем так же, если проапгрейдим наши... Наверное, наверное. Но ты там проапгрейд свою пока что. Да-да, я скоро уже. Скоро? Так, ну, у меня накопилось еще 50 тысяч, я еще вот сдаю. 132, мы чуть-чуть, по чуть-чуть растем, по капельке совсем, совсем капелюшечку. Так что ты тоже давай, давай, ускоряй темп. У меня осталось последнее только. Последнее? Да, вот этот вот проапгрейдить и все. Ну все, замечательно, замечательно. И потом мы вместе с тобой будем уже вкладываться в развитие. И тогда у нас будет апгрейд. Будет у нас супер-мега-крутой апгрейд нашей базы, скорее всего. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, деньжата копятся. Копятся, копятся. Там что-то опять сверкает, что-то происходит. Там какие-то сражения вообще галактические происходят, но это далеко. Но хорошо, что это не... Что? Пойдем к ним. К ним? Не, да. Мне что-то страшно. Ну давай, пойдем. Я думаю, нас там уничтожат. Но на всякий случай я возьму свою самую крутую шпагу. И буду этой шпагой сражаться. Смотри, там у ребят какие классные замки всякие разные есть. Да, я видела, как О, флаг. Бегал. Черт, она опять здесь с лазерным Убегал мечом. Мне. Нет, я убегаю. Так. Вообще жесть, да, урон у нее мощнецкий. Так, 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 все. Так, я буду мстить. Я мстить не буду, она меня тоже убила. Не туда, все. Да, все, не пойдем. Так, еще 50 тысяч сдаю. Так, 186 тысяч у нас уже есть. 186 тысяч. Долго, долго, да. Твоих ресурсов точно не хватает. Ну, давай, ждем. Ждем, 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 пока у тебя накопится. Все, теперь все я проапгрейдила. Все проапгрейдила? Да. А у тебя вот этого нет, по-моему, апгрейда. Вот как у меня вот здесь вот стоит. Вот это вот. Ну, у меня там больше ничего и нет. Нету такого? А, есть! Вот есть, вот еще один апгрейд, проглядел. Я просто помогло, представляешь? Вот, надо внимательно, внимательно быть. Так, еще 30 тысяч, да, еще 30 тысяч. Я сдаю, и я уже больше половины своей закинул сюда. Так что, свою половину я уже откинул, еще 200 тысяч твоих надо закинуть. Так, у тебя сколько еще? Дорого, да, он стоит? 20к. Да, 20к, ну у тебя быстро копится, я смотрю уже.
Так что у тебя сейчас вот будет. У тебя даже с такой скоростью, как и у меня, собирается почти что. Все, апгрейд. И его тоже апгрейдить надо будет. Да? На дополнительно. Да. Сейчас ты его проапгрейдишь. И у нас вообще быстро сейчас будет копиться. Очень-очень быстро. И мы с легкостью сможем закрыть вот этот апгрейд. Пока у нас такая средневековая башенка, так скажем. Ну, не база вот такая средневековая. И что у тебя там? Сколько она стоит? 35, наверное, где-нибудь, да, стоит? 30? Ну, хорошо, 30 так 30. У меня опять тоже 30, уже 40 тысяч накопилось. Почти что, вот сейчас будет 40 тысяч. Будет копиться. Пойду сдам. Ну, у тебя с такой же скоростью копится, просто ты же на улучшение тратишь. Тратишь на улучшение. 265 тысяч я уже положил. Я уже почти что все сам сделал. Больше половины я вложил. Так, 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 давай смотреть, сколько. У тебя уже почти что накопилось, сейчас можешь проапгрейдить. У тебя очень быстро копятся поинты. У меня очень медленно, да нет же, сравни. Вот, сейчас у тебя будет тоже быстро, смотри. Все, проапгрейдила? Да, все. Все, все, все. И теперь нам надо, видишь, ждать. Ждать, пока у нас накопится. Ну смотри, у нас с одинаковой скоростью копится теперь. С одинаковой скоростью. Следующее я буду заполнять. Не надо сюда ничего закидывать. Я хочу давай, тоже давай, вкладывай, у тебя уже накопилось. Видишь, 16 тысяч ты положила. Молодец, я еще вот 30 тысяч положу. Ну не надо. А остается соточка, соточку. Соточку. Нам надо с тобой вдвоем по 40 тысяч накопить примерно. Да. И вложить. И все, и у нас будет закончено строительство этой базы. Ну что? Ты уже 30 тысяч вложил, я смотрю. Молодец. А ты прям все стоишь, жмешь. Да. Каждую копейку сразу вкладываешь в развитие. Ну, молодец. Так. И сколько уже? 42 тысячи у тебя накопилось. Хорошо. Молодец. Блин, быстро вкладываешь, очень много, очень-очень много. Так, давай еще немножечко, 30 тысяч нам надо вложить, и у нас будет вообще все классно. Так, давай, еще 20 тысяч осталось, 20 тысяч, совсем капельку, буквально несколько секунд, и у нас уже будет полностью здесь забито это все. Так, ну что там? Еще 5 тысяч, давай, anyway, ты сможешь, ты справишься. И есть, мы эволюционировали до следующей, подожди, не нажимай ничего, не нажимай, все, мы проапгрейдились, теперь у нас каменный век, ребята, мы с дерева перешли на камни, и, ребята, если хотите видеть продолжение, обязательно об этом напишите нам в комментариях. Лайк поставьте тоже, будет много лайков, обязательно выйдет продолжение постройки уже каменной базы нашей каменного замка. Ну и на канал подпишитесь, на мой подпишитесь, на канал Anyway тоже подпишитесь, ссылка на нее будет в описании. А на этом все, не болейте, не скучайте, пока-пока.